Здравствуйте, дорогие друзья! Пятница, хорошее окончание хорошей недели, хорошая, в принципе, погода. Ну, видите, вот такое фактурное небо у нас, облака, тучки летят без дождей. Говорят, что завтра погода испортится, но это будет завтра, не будем забегать наперед. А сегодня у нас пятничный Альф, да? Здравствуйте, ваше высочество. Вот пятничный Альф. И, как и положено пятничному Альфу, у нас продукты питания. Да, да. Все-то ты знаешь, друг мой. Все-то ты знаешь. Ты передаешь всем привет. Я, друзья, сегодня с этой стороны сел. Вы сможете более детально посмотреть на его глазик. Так, давай мы тебя чуть-чуть развернем. Зайка, давай мы тебя чуть-чуть развернем, так, чтобы все тебя видели. Вот и хвост твой вот этот вот видели, и морду твою видели. Вот, ну что, друзья, сегодня у нас с Альфом специальные альфипсы. Альфипсы. Мы долго разговаривали, общались с Альфом на тему вкусной и нездоровой пищи. Он сказал, что альфбургеры — это, в принципе, хорошо, неплохо. Вот. Но в них есть недостаток. В них есть какие-то булки, какой-то томат, там всяческий лук, горчица, говорит. В общем, в мясе много всего лишнего. В мясе много всего лишнего. Поэтому мы вот с ним перешли на вот такую вот диету. Тут у нас только панировочка, да. Только панировочка, а так, в принципе, белок, который нужен альфам, ведь инопланетяне по типу альфа, они прилетают на планету именно за белком на Землю. Смотри, как тебе сегодня повезло. Вдобавок у нас еще сегодня на альфипсы еще и была акционная цена. О, да, 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 да. Свинка, потом подберем. Давай сначала съедим то, что у нас еще тепленькое. Вот, почти месяц у нас. Нет, ну. Ну, конечно, не дает покоя тебе тот кусочек. Почти месяц у нас прошел с момента операции на глазу. Вот как раз вот этот вот глазик. Заживает, восстанавливается глаз. Медленно, не спеша, видите, вот такое вот светлое пятнышко на внутренней стороне. Вот еще пока что еще не зажил. Но медленно, но уверенно движемся к светлому будущему в прямом и переносном смысле. Вот. Ну, возраст, как бы, уже быстро заживать и не будет. И тем более, что там оно все такое было уже достаточно запущенное. Давай мне лапы на шею положи, чтобы я нашел, куда ты там. Ага. А я нашел. Вот это у тебя все меховое тут. Альф, разве можно так линять? Линяет собака. Решил полинять ближе к зиме. Что, не можешь удержаться как следует? Вот, ну, понемножечку, да, лечим этот глазик. Вот там вот уже видно, чуть-чуть видно уже глазное дно с одной стороны, будет и с другой стороны тоже видно. Тому, кто съел альфипсы, положено альфа-лури, да. Вот сейчас мы с вами сможем более детально посмотреть. Видите, вот там вот видно коричневый зрачок. Вот. Подживаем мы пока что. Капаем капли 3 раза в день. Промываем глазик. Вот. Ну, все идет в правильном направлении, просто не быстро. Не быстро. Он дает обрабатываться, он понимает, что это нужно. Вот. Ну, видите, а когда мороженое попадает, пятак попадает в мороженое, можно вообще зажмуриться, вот, от удовольствия, и локать. Вот. Конечно, такое непростое восстановление послеоперационное. Вот. Но дорогу усилит идущий, правда, собака? Много у Альфа завелось друзей. Дома на его поролончике
Вот когда у тебя есть поролончик, у тебя появляются и друзья. То Альба, то Джек. Вот. Правда, Альба на Альфа порыкивает. Так говорит, что, может быть, мне больше положено поролончика, чем тебе. Ну, в конце концов, отношения как-то устаканиваются, и всем хватает места. Вот. Только Мухтар не претендует на его поролон. Он скромненько лежит обычно у двери, когда он появляется в комнате. Ну, Мухтар в комнате не сильно любит жить. Ему больше на улице, там под березой. Или на входном коврике возле входа в дом. Он чувствует себя охранником, нужным. Вот. Мух, слава богу, уже почти нету, которые сильно Мухтара доставали. Вот. А Альф, наоборот, вот мы когда приезжаем домой, он сразу бежит к дому, чтобы его не забыли взять. Бежит ложиться на свой поролончик, полежит немного, говорит, ну теперь пошли гулять. Мы вернулись. Смотрите, как Альф, из тебя сейчас мороженое польется. Там еще чуть-чуть осталось. Так. Все? Ну что? Будем считать, что работа сделана на 5 с минусом. Да, там уже больше ничего нету. Цель нашего визита выполнена. Скажи всем большое спасибо. Альф передает привет. Да, привет. И желает вам хороших выходных. Всего доброго, друзья. До свидания.